В эфире программа «Новости за неделю». О наиболее заметных событиях и темах минувших 7 дней расскажут мои коллеги. Сегодня в Перемолотске на элеваторе произошел пожар. По словам очевидцев, взорвалась цистерна с горючей жидкостью. Есть пострадавшие. В деле экс-глава Адамовского района поставлена точка. Ныне безработный Сергей Явкин все же возместит ущерб государству за покупку по завышенным ценам квартир для детей-сирот в сумме более 3,5 миллионов рублей. Такое решение накануне принял областной суд. Несчастный случай или халатность? Сегодня днем на элеваторе в поселке Переволоск произошел пожар. Загорелся склад с зерном. Есть пострадавшие. Из жилых, расположенных рядом домов, пришлось эвакуировать людей. На месте ЧП побывали Ирина Кривобокова и Сергей Завалишин. Земля содрогнулась. Мы как раз сидели на подъемнике. Подпрыгнули. Глянули в ту сторону. Клуб черного дыма поднялся. Взорвалась вот там бочка, видать, с мазутом. Ветер был западный. Пошел все на склад. Взрыв раздался около часа дня. Пламя быстро уничтожило склад, который до отказа был заполнен пшеницей. Теперь область недосчитается части уже собранного урожая. Огонь перекинулся и на соседний склад, но подоспевшим сотрудникам МЧС удалось его отбить. Для тушения подогнали и специальный пожарный поезд. На сегодняшний момент 14 расчетов работают, в общей сложности 80 человек личного состава от Федеральной противопожарной службы. Сложность в том, что склады с зерном, второе, нет противопожарных разрывов, ну и третье, технологические линии, которые проходят под землей. В итоге площадь пожара составила более 3500 квадратных метров. Сотрудники самого элеватора посильно помогали огнеборцам. Работников распустили по домам спустя почти 2 часа после возгорания. 3 человека попали в больницу с ожогами. Взрыв услышали, да. А потом мне оттуда соседка позвонила, что мужа отвезли в больницу. Он в реанимации, нас туда не пускают. С врачом поговорили, все. 3 пострадавших. Значит, 2 в тяжелом состоянии, 1 с ожогами около 80% тела. Значит, глубокой степени, второй около 50%, и третий легкие ожоги там, руки. Сейчас с ожогового центра вызван специалист для осмотра и коррекции лечения и дальнейшей тактики ведения больных. Прогнозы давать рано, но то, что процент большой и ожоги глубокие, конечно, это неблагоприятно. Очевидцы утверждают, что жертв могло быть гораздо больше. Возможно, на руку сыграло обеденное время. Часть сотрудников ушли с рабочих мест. Сейчас пожарные рассматривают несколько причин возгорания. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, ведь в прошлом году администрации предприятия был выписан штраф за нарушение техники пожарной безопасности. На сегодняшний день пока не ясно, были ли эти самые нарушения устранены. Ирина Кривобокова и Сергей Завалишин. Орен ТВ. В прошлом руководитель, а ныне официальный безработный, просил снисхождения, но областной суд оказался непреклонным. В деле экс-главы Адамовского района Сергея Явкина поставлена точка. Иск прокуратуры к проштрафившемуся чиновнику оставлен в прежнем объеме. Ему все же придется возместить государству более 3,5 миллионов рублей. Сергею Явкину припомнили осень 2013 года, когда, будучи главой района, он приобрел за бюджетный счет жилье для детей-сирот по завышенным ценам. За каждую из 19 купленных квартир переплата составила 185 тысяч рублей, подсчитали прокуроры. Ясненский районный суд накануне вынес решение о взыскании ущерба. Экс-чиновник обжаловал в областной суд, но безрезультатно. Он просил уменьшить взыскиваемую сумму в связи с учетом его материального положения. Но суд не согласился с этими доводами и отказал. Он представлял документы о том, что стоит на учете в центре занятости. То есть областной суд и районный суд дал оценку этим доводам и не стал применять нормы гражданского законодательства, позволяющие, значит, снижать взыскиваемость с него денежные средства. То имущество, которое у него имеется, то есть либо те заработки, которые у него будут в последующем, то есть на них будет надо с этих заработков в установленном законом размере будет производиться удержание. Напомним, ранее Явкин уже был осужден за халатность и заплатил штраф в доход государства в размере 50 тысяч рублей. Поток сошел, итоги подвели. И теперь новые планы. Сильный ливень в Оренбурге заставил вновь заговорить о многолетней проблеме. Накануне дождь, а по подсчетам синоптиков в Оренбурге за несколько часов выпала месячная норма осадков, заставил понервничать автомобилистов и пешеходов.
Лужи, больше похожие на озера, образовались на улице Чкалова и на проспекте Дзержинского. Проезжающие машины в них теряли номерные знаки, а кто и вовсе оставался в воде до приезда помощи. Пешеходам же приходилось искать пути обхода. Вода ушла с улицы Чкалова спустя 5 часов после дождя, а на проспекте Дзержинского – ближе к вечеру. Городской администрации отмечает, что ливневки в рабочем состоянии. На ситуацию повлияли объективные причины. Весь мусор, который был на дорогах, на газонах, он практически весь пошел в ливневую канализацию, и это создало определенную пробку. То есть вот мы ее вчера наконец-то все-таки пробили, эту пробку. После этого вода прям буквально там, я не знаю, за каких-то полчаса быстро ушла. Ливневка там работает, она работает замечательно, но вот с такими осадками, конечно, она не справляется. О том, что Оренбург затапливает сточными водами, тема, которая регулярно возникает каждую весну и осень. И каждый раз в администрации города говорят, надо менять ливневки. Еще в 2012 году инженер-проектировщик Александр Горшков, который в 70-е разрабатывал систему ливневой канализации, показал, что из всего проекта построено было меньше 50%. Как такового объекта ливневая канализация города Оренбурга не существует. Из всего, что было запроектировано, построена только небольшая часть, и то с такой только ближней задачей отвести паводковую воду и ливневую воду с центральных улиц с проезжей части. Все. И на этом дело закончилось. Хорошо, более-менее снабжено ливневой канализацией вот эту центральную и восточную часть. Но здесь, я считаю, 50%. А про остальные... В Южном ничего вообще не построено. Вот. Проспект Победы. Там тоже нет ничего. Ситуация улучшилась на проспекте Победы. Но вот с улицей Чкаловой, проспектом Дзержинского, а также прилегающим к ним улицам, пока вопрос так и не решен. Не повлияло на изменения в системе ливневой канализации прокуратуры, когда в конце 2014 года направила иск в суд с требованием оснастить ливневки очистными сооружениями. Мол, вода стекает в реки вместе с вредными веществами – цинком, медью, свинцом и нефтепродуктами. Да ничего мы там делать не будем. Очистные сооружения ливневой канализации, я думаю, что в ближайшие 30 лет мы не сможем. Возможности финансовой нет. То ли финансовый поток наладили, то ли время подходящее, но сегодня у городской администрации заявили, делать надо, и пусть не кардинально менять за миллиарды, а хотя бы частично, на самых заметных участках. Чкалова, наверное, на следующий год мы попробуем запроектировать, и если получится реализовать, построить еще один трубопровод, который будет сборный. Вот, сборный и позволит более быстрые сроки убирать эту воду. Что касается Дзержинского, там уже в этом году начнем реализовывать это мероприятие. То есть тоже нужно там кое-какой участок заменить, чтобы тоже ускорить вот эти все процессы, чтобы они побыстрее вода уходила. По предварительным подсчетам на проспект Дзержинского требуется 5 миллионов рублей, а вот на улицу Чкалова 20. И это вновь задача на будущее. Пожар потушили, большую часть пшеницы спасли. Пострадавших перевели в городскую больницу. Накануне в Переволоцке горел элеватор. Очагом возгорания стала бочка с мазутом, которая, предположительно, и взорвалась. Земля содрогнулась. Мы как раз сидели на подъемнике. Подпрыгнули. Глянули в ту сторону. Клуб черного дыма поднялся. Взорвалась вот там бочка, видать, с мазутом. Ветер был западный. Пошел все на склад. Склад с пшеницей сгорелся накануне около полудня. На помощь пожарным подоспел специальный поезд, также для тушения. Около 4 часов дня сотрудники МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания. В итоге выгорело 2 склада, 1500 сгоревшей пшеницы, и это при том, что большую часть удалось спасти, и трое пострадавших. Трое пострадавших. Значит, двое в тяжелом состоянии, один с ожогами около 80% тела. Значит, глубокой степени, второй около 50%, и третий легкие ожоги там, руки. Сейчас с ожогового центра вызван специалист для осмотра и коррекции лечения и дальнейшей тактики ведения больных. Прогнозы давать рано, но то, что процент большой и ожоги глубокие, конечно, это неблагоприятно.
Сегодня же их перевели в 4-ю городскую больницу. В медучреждении есть специальное ожоговое отделение с нужным оборудованием и специалистами. Пострадавшие по-прежнему в реанимации. Сегодня рабочие Переволоцкого элеватора в штатном режиме вышли на свои рабочие места. По словам заместителя главы Переволоцкого района, сейчас на предприятии разбирают завалы сгоревших обломков, чтобы в дальнейшем построить новые склады. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. В прошлом году во время проверки на предприятии администрацию обязали исправить нарушение техники пожарной безопасности. Возможно, вчерашнее ЧП заставит начальство элеватора с этим поторопиться. 17 сентября в Оренбурге состоится благотворительный показ фильма Романа Супера «На кончиках пальцев». Фильм о неизлечимо больных буллезным эпидермолизом. Страшный недуг делает кожу невероятно хрупкой, поэтому их и называют «люди-бабочки». В России таких пациентов около 2000. В нашей области 2 человека тоже живут с таким диагнозом. Одному из них, Диме Мешкову, как раз сейчас нужна очередная дорогостоящая операция в Германии. Документальный фильм Романа Супер «На кончиках пальцев» уже имел большой успех в Великом Новгороде, Москве и даже Каннах. Оренбург станет 4-м городом, где будет организован открытый показ. Буллезный эпидермолиз до сих пор не внесен в государственный реестр заболеваний, а это значит, что нуждающиеся не получают никакой финансовой поддержки от государства, при том, что на лечение люди-бабочки каждый месяц тратят огромные деньги. Если серьезно говорить, в моей запущенной форме, как мне говорят, чтобы все правильно делать, на все раны правильные повязки накладывать, то это от 100 тысяч рублей. Но поскольку мы экономим все-таки, нам такие деньги не найти, у нас где-то от 30 до 50. Это главная героиня документального фильма – 27-летняя Надежда Кузнецова из Великого Новгорода. 2 года назад наш коллега, журналист телеканала РЕН-ТВ Роман Супер, снял материал для программы «Неделя с Марианной Максимовской». Наде были нужны деньги на дорогостоящую операцию в Германии. После выхода сюжета в эфир за 1,5 месяца удалось собрать 3 миллиона рублей. Благодаря этим деньгам девушки исправили сросшиеся пальцы на левой руке. Нет, наверное, таких слов, чтобы выразить такую благодарность, что есть такие неравнодушные, пусть они пишут, что это... Они даже извиняются в СМС, извините, что так мало. Через какое-то время программа «Неделя» закрылась, но интерес журналиста к проблемам этих людей не пропал. Роман Супер предложил Надежде Кузнецовой снять про нее документальный фильм. Я сначала испугалась, почему-то мне казалось, что документальные фильмы снимают о людях, которые уже прожили какую-то жизнь, которые могут уже поделиться каким-то опытом, что-то рассказать. Я говорю, а я кто, что, чем, сначала я не поняла. Он сказал, главное твое согласие, вот. Меня, конечно, эта идея заинтересовала. И я, недолго думая, согласилась. Премьера фильма состоялась в родном городе Наде, в Великом Новгороде. На благотворительный показ приехал и автор Роман Супер. В общем, я бы определил свою роль как человек, который бегал 2 года за Надей с микрофоном. А Надя просто разрешила это сделать. Мне очень хотелось получить от этого фильма удовольствие, посмотрев его. И, в общем, я могу сказать, что мне не стыдно ни за одну склейку в этом фильме. И с визуальной точки зрения, и гуманитарной, и мне этот фильм очень нравится самому. За искренность и невероятную любовь к жизни главная героиня фильма получила награду за лучшую женскую роль на кинофестивале «Движение» в городе Омске. А сама картина – приз зрительских симпатий. Награда «Лучшая актриса» – это, конечно, очень мудрое и классное решение профессионального жюри, даже несмотря на то, что Надя никакая не актриса. Это говорит о том, что жизнь мощнее, чем кино. Показ фильма Романа Супера «На кончиках пальцев» пройдет в Оренбурге 17 сентября в кинотеатре «Кинофреш». С помощью этого благотворительного показа организаторы попытаются помочь оренбуржцу Диме Мешкову. Мальчику, который живет в Оренбурге, сейчас тоже требуется сложная операция. Из-за тяжелой болезни у Димы срастается рот. Помочь ему можно только в Германии. Хотя и кроме операции, людям, больным буллезным эпидермолизом, нужны деньги на медпрепараты и перевязочный материал. И это на всю жизнь.
пожар вблизи села Горьковское Новоорского района. Горит сухая трава. Сейчас все силы направлены на борьбу с огнем. Более 200 жителей поселка эвакуированы. Реки канализационных отходов. Такую картину в своем дворе и квартирах видят жители села Дедуровка. И проблема повторяется с печальной периодичностью. 200 жителей эвакуировали из села Горьковское Новоорского района. Сильный пожар начался в полдень в нескольких километрах от населенного пункта. Сейчас на месте работают спасатели. Тушить пожар направили и авиацию. Сегодня в полдень загорелась сухая трава вдоль дороги Новоорск-Орск. Из-за сильного ветра огонь распространяется с большой скоростью. Сейчас опасность нависла над селом Горьковское Новоорского района. В связи с угрозой возгорания около 200 жителей поселка эвакуировали. Остальные 700 сельчан не захотели покидать свои дома. Известно, что на данный момент горят склады кормов. Сейчас выполняются другие мероприятия, чтобы побороть огонь. Значит, на месте создана группировка сил и средств в количестве 503 человек, 47 единиц техники. Пожарные приспособлены. Работы силы и средства территориального гарнизона. На 15 часов 15 минут запланировано применение трех бортов Ил-76 Министерства обороны. Каждая емкость 42 тонны для сброса воды на горящие участки. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Проблемных вопросов нет. Предположительно, причиной пожара послужил человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. И по последней информации, огонь удалось локализовать. Остались лишь небольшие очаги. Спасатели сообщают, что по прогнозам синоптиков ожидается ослабление ветра. Угрозы населенным пунктам нет. Дополнительная эвакуация не понадобилась. А вот в Бугурусланском районе от вспыхнувшей травы загорелся трактор, сообщает Следственный комитет Оренбургской области. Работники сельхозпредприятия проводили опашку полей. ЧП произошло недалеко от села Коптяжево. В результате тракторист и его напарник с ожогами 90% тела доставлены в районную больницу. И еще о пожаре и его последствиях. Спасти одного из пострадавших на пожаре на элеваторе не удалось. Сегодня, спустя 2 дня, в больнице скончался мужчина. Он получил самые серьезные травмы. Напомним, в Переволоцке в пожаре на элеваторе пострадали 3 рабочих. Тогда сгорели склады с пшеницей. Сегодня Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело. Во время пожара пострадали 3. Молодой мужчина получил ожоги обеих рук. У 54-летнего сварщика обожжено 50% тела. Больше всего пострадал 53-летний слесарь – 80% ожогов. Несмотря на то, что мужчин на следующий же день перевезли в 4-ю городскую больницу, где есть ожоговое отделение, спасти его врачи так и не смогли. Умер он от ожогов и ожоговой болезни. Это считается очень тяжелой травмой. Таких больных очень редко удается спасти. Больной был вовремя оказана помощь, как в ЦРБ, в который его первоначально транспортировали, так и потом он был транспортирован в специализированное лечебное учреждение наше. Вины врачей в этом нет. Сейчас оценили, какой материальный ущерб нанес пожар – около 10 миллионов рублей. Руководство Переволоцкого элеватора на связь с корреспондентами так и не выходит. Сотрудники МЧС предположительной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, в рамках которого будут установлены все виновники случившегося. Насилие в войсках или плод больного воображения правозащитников. Командование Центрального военного округа и военная прокуратура расследуют факт получения травм мотострелком-срочником в Тотском гарнизоне. Тревогу о состоянии здоровья сына забила мать военнослужащего из Челябинска. Она сообщила по горячей линии для призывников о том, что ее сына, которому осталось служить-то всего 2 месяца, избил командир. По версии матери, у пострадавшего серьезно травмирована голова. Военные медики с таким диагнозом не согласились. Боец, говорят, продолжает нести службу в Тотском гарнизоне. Командование округа совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства получения травмы. Диагноз у солдата – ушибленная рана по височной области. Угрозы жизнью и здоровью в настоящее время медики не отвечают. Травма не подразумевает предоперационную. Дыра в голове – это плод больного воображения либо правозащитников, либо журналистов. В результате чего получил военнослужащий травму? Вот вместе с прокуратурой мы над этим и работаем. Обеспокоенная мать бойца после консультации с уполномоченным по правам человека отправилась в Оренбургскую область, чтобы лично увидеть сына. Кто избил солдата и был ли факт избиения? Ответ на этот вопрос прокуратура Центрального военного округа обещала дать в ближайшее время. Дань знаниям или кто на самом деле финансирует учебные заведения города. Прошло чуть больше недели, как ученики сели за парты, а родители уже задушили школьными поборами. Во всяком случае, об этом есть сообщение на портале orinday.ru.
Пришли в первый класс, кабинет нам достался после старшего звена, никакой техники нет, а говорят, что школа оснащает интерактивными досками, проекторами, компьютерами. Инициативные родители предлагают это все купить за наш счет. Но как же школы? Неужели не выделяются деньги на элементарные наглядные пособия? И так при поступлении были взносы на школу, на охрану и еще ремонтировать и оснащать класс. Везде говорят, что школу полностью обеспечивает государство и все оплачивает. Не верьте, это неправда. Школу содержат родители и спонсоры, если их найдет директор. В прокуратуре подтвердили, что с начала учебного года уже поступило 10 обращений от родителей. В большинстве случаев они анонимны. Родители опасаются, что высказанное недовольство потом скажется на отношении к ребенку. Попечительские комитеты легализовали сбор денежных взносов с родителей. По словам начальника управления образования администрации Оренбурга, корень проблем в недостатке финансирования школ. Государство обеспечивает учебное заведение, но на ремонт школ, классов, средств все равно не хватает. Не директор заставляет и не классный руководитель, а именно те же приятельницы из родительского комитета обращаются настойчиво, вот я бы так сказала. Поэтому мы решили, что на следующей неделе мы соберем председателей родительских комитетов каждой школы, где они присутствуют, ну там попечительский совет, родительский комитет, и с ними еще раз поговорим о культуре обращения тогда, когда мы обращаемся за помощью. То есть человек хочет, может, помогает. Последствия крупного пожара. Сегодня новое возгорание обнаружили в степи в 35 километрах от села Горьковского Новоорского района. А вот вблизи села Можарское горит сухая трава и лесопосадка. Сегодня последствия пожара не заставили себя долго ждать. Напомним, вчера в полдень около села Горьковское Новоорского района начался пожар. Загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС и местные жители около суток боролись с огнем. Стихию победили, правда, ненадолго. Сегодня появились новые очаги возгорания недалеко от села. Предположительно, из-за сильного ветра искры могли перенестись дальше и распространиться по траве. В настоящее время погодные условия усложнились, и в районе поселка Можарское Новоорского района происходит опять открытое горение травы и лесополосы. Сейчас в тушении пожара около села Можарское принимает участие 197 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Производится проверка, будут приняты дополнительные меры, заверили в Главном управлении МЧС. Применение по предназначению готовой авиации. Три борта незаправленные, Ил-76 стоят на аэродроме, значит, ждут и по первой команде в течение 30 минут вылетят к месту пожара. Привести к новым очагам возгорания могли и поезда. Три новых очага появились после того, как прошел грузовой состав. Возможно, временно будет заблокировано железнодорожное направление Можарское-Новоорск, пока сохраняется пожароопасная обстановка. К часу дня пожар у села Можарского Новоорского района был ликвидирован. Там горела сухая трава и лесополоса, но мелкие природные очаги по области остались. Огнеборцы выезжают на степные пожары до 100 раз в сутки. В Оренбургской области количество ВИЧ-инфицированных растет. Область входит в черный рейтинг лидеров по заболеваемости СПИДом. Как снизить этот уровень и как противостоять другим инфекциям, обсуждали сегодня на большой конференции медиков в Оренбурге. Ну, что касается ВИЧ-инфекции, то она актуальна, потому что у нас пораженность области достаточно высокая. Заболеваемость, так сказать, пусть незначительная, но растет по впервые выявленным больным. И что касается основных профилактика вертикального пути передачи от матери ребенку, то здесь у нас достаточно высокие показатели, показатели даже выше средних по стране. На профилактику ВИЧ и гепатитов в России в год выделяется более 3 миллиардов рублей, но и эта сумма не может в полной мере противостоять росту заболевших. Ни о каком импортозамещении в лечении этих серьезных заболеваний речи идти пока не может, говорят врачи. Препараты, которые сейчас используются в лечении ВИЧ-инфекции, в основном зарубежные, потому что это сложные препараты. Над этим бьются многие фармкомпании, имеют свои, конечно, секреты и так далее. Российские фармкомпании пока не могут вступить в борьбу с серьезными и страшными заболеваниями. На разработку и внедрение отечественных препаратов требуются годы. Активную молекулу, из которой приготовится препарат, идут годы и даже десятилетия. Если бы все так было просто, то штамповались бы новые препараты каждый день. Проблематична пока смена импортных препаратов на отечественные в других лечебных направлениях, отмечают медики, особенно в свете последних событий.
В Москве накануне двое онкобольных покончили жизнь самоубийством. В предсмертной записке написано «из-за сильных болей». После этого Министерство здравоохранения решило проверить качество медицинской помощи, которая оказывалась больным. Напомню, что в начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, облегчающий доступ тяжелобольных к сильнодействующим обезболивающим препаратам. Но пока, как видно, легче больным не стало. Сегодня Всемирный день предотвращения самоубийств. Ежегодно в России, по данным здравоохранения, от суицида погибает около 1 000 000 человек. На днях в Орске едва не случилась трагедия. С крыши 9-этажного жилого дома хотел спрыгнуть мужчина. Усилиями психологов и родных 26-летнего парня удалось остановить. Резонансный случай произошел летом. В Оренбурге с крыши Ленинского суда сняли 20-летнего парня. Из-за неразделенной любви гражданин Узбекистана просидел на здании 12 часов. По данным Министерства здравоохранения в Оренбургской области, за 7 месяцев этого года зарегистрировано 375 самоубийств. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 398 таких случаев. Показатели смертности немного снизились. Тем не менее, веского повода для оптимизма нет, считают специалисты. Риск суицида в Оренбурге, статистика достаточно высокая, да, то есть выше среднего уровня по России. Удаленность от центра, низкие заработки, экономические причины, ну, в общем, конечно, могут влиять, да, вообще возможности, наличие возможности, возможности для самореализации. Всегда статистика самоубийств резко повышается, если человек принимает алкоголь или наркотики. Реки отходов перед домом. Такую картину каждый день из окна наблюдают жители двухэтажек в селе Дедуровка Оренбургского района. В одном из домов все время забивается канализация. Кто ее должен чистить и когда перед домом станет чисто? Ответы на эти вопросы искала Ирина Кривобокова в рубрике «Срок ответа сегодня». Так ванна почти полная была. Набирала всякими фекалиями, всякими остатками, которые находятся в канализационном смыве. В туалет вообще невозможно было зайти. Именно так Юлия Чернова вспоминает потоп, который произошел в конце прошлой недели. Семья живет на первом этаже. И в этом доме засор канализации стал хоть и неприятным, но нередким моментом их жизни. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, жители приоткрыли крышку колодца, который находится во дворе. Я с работы приезжаю вечером, с соседом выходим, тросиком чистим. Делаем все сами. Чистить колодец люди привыкли. Дом в собственности, все квартиры приватизированы. Вот только своими силами не справляются. Неприятный запах не исчезает. Когда последний раз жители села открывали окна, просто не помнят. Кроме того, по всему двору разлилось целое море отходов. Детки у нас не гуляют тут. Здесь гулять нельзя. Мы ходим в другое место гулять. У нас стадион, парк, только туда. Здесь нельзя. Люди обращались и к главе сельсовета, и в местное ЖКХ, но кардинально ситуация не меняется, и канализация забивается с печальным постоянством. Прочистить канализацию, промыть, прочистить. Что бы они это сделали, это надо сколько биться, сколько писать заявлений, ходить, просить. Делают, но очень редко. Сами жители села не отрицают того, что, возможно, кто-то из соседей засоряет сток посторонними предметами, но кто это делает, не знают. На их памяти последний раз канализацию прочищали 2 месяца назад, а через месяц с небольшим она снова забилась. Виновник опять неизвестен. Зато люди знают, кто поможет прочистить сток. Но, похоже, главе сельсовета, в чем ведении находится колодец, эта проблема тоже порядком надоела. Они в очередной 1001 раз забили канализацию. Мне не надо делать рекламу. Мне 65 лет. 13 числа заканчивается срок моих полномочий. Также Николай Баженов, заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Оренбургского района, подчеркнул, что если люди сами не придут к нему, то помощи им можно и не ждать. Не увидев другого выхода, жители Дедуровки в очередной раз попросили откачать канализацию. Сейчас Мухин приедет с банка, после обеда он вам прочистит. И все, что он оттуда вычистит, все, что он оттуда вытащит, он вам повесит на забор. Но, похоже, эта канализация засорится еще не раз. И выход у жителей, похоже, один – вспомнить, что они сами не только хозяева квартиры и дома, но еще и стока. Проведет Алла Черномырзина, дочь бывшего чиновника Асхата Зиганшина. Напомним, женщина бросилась на полицейского с ножом, ранив его в шею. Ливень приостановил строительные работы. Держат дорожников и коммуникации. Когда сдадут рыбаковскую эксплуатацию,
смотрите в нашем эфире. Сегодня на Нежинском шоссе возле аэропорта произошла серьезная авария. К счастью, пострадавших нет. Окончательный диагноз. Вступил в силу приказ Минздрава о нормах времени, выделяемые на одно посещение у врача. Что думают по этому поводу сами врачи и пациенты? Задержан главный пожарный инспектор Оренбурга Валерий Питанов. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет Оренбургской области. 12 января этого года на проспекте Победы сгорел склад с пиротехническими изделиями. Тогда пожару была присвоена самая высокая степень сложности. Позже был подсчитан ущерб – порядка 12 миллионов рублей. Как выясняется сейчас, избежать таких последствий, по сути, было можно, если бы не были установлены пожарные сигнализации с дефектом. Они не сработали вовремя. Незадолго до этого здесь проводилась проверка пожнадзора, и были выдвинуты требования о необходимости установить пожарные сигнализации. Однако Валерий Питанов предложил заключить договор на установку оборудования с подконтрольными ему обществами. В итоге своевременно они не сработали. Кроме того, Валерий Питанов, по версии следствия, с 12 по 15 годы участвовал в управлении двух коммерческих обществ, которые занимались монтажом пожарных систем. 10 сентября Питанова задержали на его рабочем месте. Решается вопрос о мере пресечения. Отметим, еще в августе в прокуратуру было написано заявление на незаконные действия Питанова. По нашим данным, заявление написал предприниматель, которого главный пожарный инспектор пытался обязать воспользоваться его услугами. Наказание назначено. Дочь экс-чиновника Асхата Зиганшина Алла Черномырдина сегодня выслушала приговор. Она напала на полицейского с ножом, объяснив это защитой своего отца во время обыска квартиры. Напомним, Асхат Зиганшин, чиновник областного правительства, начальник казенного предприятия, ответственный за жилищно-коммунальное и социальное строительство. Его обвиняют во взяточничестве. Инцидент произошел 25 февраля этого года. Алла Черномырдина напала с ножом на полицейского Павла Головина и ранила его в шею. Ее задержали на месте преступления и по решению суда на время следствия оставили под домашним арестом. ЧП произошло при обыске квартиры отца. Асхат Зиганшин обвиняется во взяточничестве. Предварительно установлено, что он вымогал 2,5 миллиона рублей у заместителя директора ООО «Монтаж Капстрой» за подписание актов выполненных работ. Компания занималась строительством отделения паллиативной медицинской помощи в Оренбургском областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов, и без подписи Зиганшина не могли сдать объект. Сегодня в зале суда Алла Черномырдина держалась довольно уверенно. Признать виновной в совершении преступления предусмотрено участие 3 статьи 30 пункта Б части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и на основании статьи 64 Уголовного кодекса назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взыскать с осужденной Черномырдиной Аллой Асхатовной в пользу потерпевшего Головина Павла Александровича в счет возмещения причиненного ему морального вреда 200 тысяч рублей. Аллу Черномырдину взяли под стражу в зале суда. В ходе следствия она так и не смогла пояснить, зачем напала на полицейского. Ее показания менялись несколько раз. Свою вину в преступлении женщина не признала. Государственный обвинитель просил в прениях признать виновной Черномырдину, назначить наказание с учетом того, что есть совершено покушение на убийство сотрудника полиции, 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд признал исключительными ряд обстоятельств, которые существенно уменьшают степень общественной опасности, и пришел к выводу о назначении ей наказания ниже низшего предела. При получении приговора суда мы, конечно, его изучим, и будет принято решение, обжаловать часть наказания или нет. Ремонт выполнен лишь на треть. Сроки завершения реконструкции улицы Рыбаковской вновь отодвинуты. Сегодня ремонтные работы остановил ливень. Значительно тормозит все это и монтаж подземных коммуникаций. Оттягивается по электроэнергии, потому что кабеля старые, сейчас троллейбусные коммуникации меняют. Единственное, это сдерживает. Ну и дожди, конечно. Коррективы погоды свое вносят. У четырех подразделений у нас строй такой, не менее, чтобы осталось 1,5 километра сделать дороги. Наверстывать упущенное из-за дождя время строители будут в выходные, если позволит погода. Строительство четырехполосной современной магистрали протяженностью 2 километра изначально оценивалось в 180 миллионов рублей. Но тут всплыли подземные камни. Грунты были непригодные, тут была и зола, и красный кирпич. Было принято решение это все выгребать. Я не хочу сказать то, что сделали там изыскание очень плохо. Дело в том, что есть норма, есть СНИП, кто знал, что именно под этими местами будет непригодный грунт. Дорожные строители взялись за амбициозный проект реставрации Рыбаковской под честное слово городской администрации в кредит на 2 года. Открыть движение по улице до середины октября, как планировалось изначально, вряд ли получится, но до конца года завершить работы обещают.
И снова опасные семена. В Новотроицке ученица 5 класса отравилась, предположительно, клещевиной. Ребенок гулял во дворе, где конкретно девочка нашла семена, сейчас выясняется. ЧП случилось накануне. Сейчас девочка в больнице. Известно, что ребенок из неблагополучной семьи, ее мать привлекли к административной ответственности. А теперь о происшествии на дорогах и о разбойном нападении. Расскажем подробнее в нашей рубрике «Ориентировка». Невнимательность за рулем, как следствие, серьезная авария. Сегодня рано утром на Нежинском шоссе возле аэропорта произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с газелью. Водитель 99-й признался, что не заметил знак «Уступи дорогу». Так еще и обзор закрыл впереди идущий автомобиль. Поворачивал в сторону 40-таса. Меня машина впереди посигналила и на обгон пошла. Я не заметил эту. От удара «Газель» перевернулась. Водитель чудом не пострадал. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства происшествия. Ограбление по Оренбургски. 8 сентября на офис кредитной организации напал грабитель. Мужчина вооружился пистолетом, а лицо закрыл медицинской маской. Испугавшись, сотрудники компании микрозаймов отдали 23 тысячи рублей неизвестному. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Всем, кто узнал злоумышленника на видео или обладает информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 02. На прием времени теперь больше. Вступил в силу приказ Минздрава России, в котором установлены нормы для осмотра пациентов. Временные рамки увеличили для терапевтов, педиатров, неврологов, окулистов и акушеров-гинекологов. Но готовы ли пациенты на длительный осмотр и есть ли возможность у медиков столь пристально изучать историю болезни? Мнение сторон узнала Ольга Токарева. В среднем возможно соблюдать 15 минут на ребенка, на одного. Вот. Как? Ну... Так не получится. Теперь терапевты и педиатры будут осматривать больного на 5 минут больше. Во всяком случае, такой приказ Минздрава России. Но практикующие врачи говорят, что и 15 минут для внимательного осмотра все же мало. Время, конечно, никто не засекает. Прием, вообще у нас прием идет, конечно, по записи. Но очень много детей, которые приходят без записи. То есть, ну, если вы заболели нежданно-негаданно, да, вчера, а на сегодня уже записи нет, естественно, вы приходите. И поэтому мы стараемся этих детей тоже принимать как бы между теми. Поэтому, в принципе, 15 минут на ребенка, с учетом того, что мы будем принимать еще дополнительно детей, это, ну, мало, конечно. Для неврологов и акушеров-гинекологов норма увеличена до 22 минут. И это, согласно новому приказу, самый долгий прием. Рады быть тщательно опрашивать, выявлять недуги и лечить. Но возникает дополнительная проблема, говорят врачи. И на нервах пациентов она сказывается весьма отрицательно. Конечно, мы работаем прежде всего по требованию пациента, по его необходимости. То есть, конечно, пришла женщина, решаешь все ее проблемы. 22 минуты, я думаю, все это будет достаточно. И вот, естественно, тут это среднее время, как средняя температура по больнице. Самое главное, чтобы пациенты не тратили много времени на отсидку в очередях. Сами пациенты во мнениях разделились. Кто-то и сейчас доволен уделенным временем на приеме, а некоторые считают, что плюс от нового приказа, скорее всего, перейдет в минус. Мне кажется, должно быть больше на пациента, особенно гинекологическое отделение. То, что очередь больше будет, это, конечно, тоже не есть хорошо. Но люди тоже могут понять, что лучше его посмотрят, ребенка получше. Вскоре эксперты намерены увеличить время для приема для фтизиатров, венерологов и хирургов. Тем не менее, в приказе Минздрава отмечено, что нормы носят рекомендательный характер и предназначены для того, чтобы выяснить, насколько укомплектованы штаты поликлиники специалистами. Я вот сейчас как раз уже сижу часа два в очереди. Вот. И, конечно, этим обеспокоено, что очень долго. Но, возможно, расширить персонал необходимо, потому что пациентов очень много. Ольга Токарева, Сергей Завалишин, ОРЕН-ТВ. Пить или не пить? Сегодня в России день трезвости. Этот праздник, который не отмечается традиционным застольем. Приветствуется отказ от алкоголя. К слову, есть в Оренбурге и те, кто готов сказать выпивки нет не только на день, а на всю жизнь. О том, как сохраняют трезвость рассудка сейчас и как это было ранее, в материале Надежды Русяевой.
Губит людей не пиво, губит людей вода. Александр Паландин готов поспорить с этим утверждением. Ему 32 года. С подросткового возраста все свободное время он посвящает спорту. Сейчас Александр говорит, что спорт и алкоголь понятия несовместимы. Поэтому несколько лет назад от спиртного совсем отказался. Это было не насильственно, да, себе запрет, а было четкое понятие, что хватит. И я наконец-то разобрался, для чего он создан и как он пагубно действует на организм. И безболезненно совершенно отказался. Когда мы встречаемся, ходим в бане, какие-то дни рождения, у нас на столе стоит квас, самый такой алкогольный, если можно считать, напиток, и остальные чай. День трезвости в России появился в 1911 году по инициативе служителей православной церкви. По традиции в этот день в церквях ставят свечи о здравии своих родных, страдающих алкоголизмом. Издавна в России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольной продукции. В советское время пытались бороться с пьянством агитками, товарищескими судами, профсоюзными собраниями. Во времена перестройки – сухим законом. Сегодня иногда традиция возрождается. Например, в мае этого года было объявлено 6 безалкогольных дней. Тем не менее, больных алкоголизмом в области достаточно – 36 тысяч человек, говорит главный нарколог Владимир Карпец. Не просто проблемы существуют, а существуют очень серьезные. Когда наш русский человек спивается, когда наш русский человек стремится к тому, чтобы водкой залить реальную жизнь, да, и уйти из семьи, в результате уйти из какого-то трудового коллектива. И результат один. Это, как правило, или полная деградация личности, или видим, когда эти люди превращаются просто в тунеядцев, ничего не делают и сидят на шее у семьи. Не сидеть на шее у родителей, а самим добиваться и заботиться о своих близких. Вот в чем сила, говорит Александр. У него двое детей, и с раннего детства он старается привить им любовь к спорту. Дети, естественно, можно им говорить, что не употребляйте алкоголь и не курите, но они в любом случае будут впитывать именно те привычки, которые им несут родители. Как мы расслабляемся? Мы приходим в зал, если есть какие-то нервы или еще что-то, мы просто вот бьем эти замечательные груши, боремся. Надежда Русяева, Сергей Завалишин, Орин ТВ. Сколько нужно времени, чтобы приступить к своим прямым должностным обязанностям? К примеру, жилищному хозяйству «Центр» потребовалось 20 дней, чтобы перекрыть воду в подвале дома номер 5 по переулку Коммунальному. 20 августа там произошел прорыв трубы. Горячая вода затопила весь подвал и продолжала течь, размывать фундамент до сегодняшнего дня. При том, что дом официально признан памятником архитектуры. Все подробности в рубрике «Срок ответа сегодня». Воздух тяжелый. Знаете, как вот в парную заходишь, вот такой горячий, тяжелый воздух. Вот у нас то же самое. Плесень появилась. С потолка уже побелка начала сыпаться. Почему это все происходит? Наверное, опрессовку, когда делали, прорвало трубы. А не слышно же. И мы не обращали сначала внимания. А я потом спустилась, а там горячая вода хлещет с труб. Жильцы дома сразу начали вызывать аварийную, звонить в ЖЭЛ и управляющую компанию. Но их как будто не слышали. А ведь коммунальщикам всего-то и нужно было в подвале перекрыть воду. Придет мастер, ждите. Прождем, никого не давай, опять звонить. Опять ругаешься. Ждите, мастер к вам пошел. Ну, только вот сегодня результат у нас получился. 20 дней в подвале на полной мощности из крана текла вода. Пар стоял столбом, рассказывают местные жители. Почти сразу из-за сильной влажности в квартирах появилась плесень, покосились окна и двери, стали отходить обои. Мне 78 лет, я болею астмой, сахарный диабет, катаракта. Надо что-то делать, так в зиму оставаться невозможно, конечно. Дом является памятником архитектуры, строению больше 100 лет. Не исключено, что за эти 20 дней потопа зданию был нанесен немалый ущерб. Оставили новую прокладку, из-за чего она потекла, была старая прокладка. Сколько вы потратили времени на работу? Да я бог знает, что еще засекал, что ну полчаса. Еще задвижку полчаса закрывали. Почему не перекрыли раньше? Ну я мастеру говорил, что надо перекрыть и посмотреть, или задвижка держит, или не держит. А мастер что? Мое дело доложить, а там
10 сентября текущего года в адрес Министерства культуры поступила жалоба, соответственно, на нарушение требований содержания и использования объекта культурного наследия. Ответственность за то, что происходит в подвале этого здания, да, по адресу Коммунальный 5, несет ЖЭУ и управляющая компания. В понедельник, вторник мы направим обращение в прокуратуру Оренбургской области, согласуем внеплановую проверку, выйдем и будем требовать в суде наказания должностных лиц, соответственно, ЖЭУ, управляющей компании, администрации города Оренбурга. Какими событиями и темами запомнилась минувшая неделя корреспондентам РЕН-ТВ, что принесут наступившие 7 дней, расскажем уже в ближайшую субботу.